Давай, мази не будем путать. Подожди, всем привет не сказали. Привет. Привет. Давай, мы короче, рвемся пока. Вот, потому что нам некогда, ребят. Нам ехать надо на Кузбасс. Вот этот возьми. Да подожди, шланг не взял. Блин, один мало, надо два брать. Так, что шланг не берем? Подожди, что ты, мы еще планируем? Шляпу? Еще что? На! А, шланг, да. Шланг. О, не, этим шлангом, если отнимут по спине. Ну ладно, возьмем на всякий случай шланг. Так. Поршневую новую возьми. А, поршневую возьмем, шапку, чтоб не замерзнуть. Бери поршневую. Так, поршневую новую. Если та сотрется по пути. Да. Так. Она наверняка, это Китай. Слушай, а если масло в дороге поменять, надо масло. Браток, да. Подожди. Вот это пустая, подожди. Вот есть. Как раз 800 грамм осталось. Какой 800? Это двухтактная. Положи. Да хрен с ним пойдет, двухтакт. Какая разница? И такое, и нормальное положи. Ну ладно, если два такта отвалится, на двухтактную. Сигареты не забудь. Сигареты возьмем. Спички. Ну, чтобы самого сгорания не произошло. Так, так, так. Что еще будем брать? Все, хорош, больше не бери. Фару запасную. Так, этого берем. С нужника. Гадотыша, не зацепись. Гадотыша берем. Так, что еще берем? Куда ты гадотыша положил? Там насерит ящики. Так, так. Сюда вот его. Давай, молодец. Подожди. Возьмем эти. Ну, гадотыш вот будет. Проводов возьмем, мало ли что. Да. А что ты зарядное взял от фонаря? Ну, если куда аккумулятор... фонарь возьми, вон аккумулятор, он. Вон фонарь бери. Бери фонарь. Фонарь. Так, фонарь. Что еще мы будем? Так, обязательно... Каску, шлем. Каску, две. Шлем. Мёртвую, да, черепаху тебе бери, тебе и мне. Едем мы на юг, Валдис, с тобой. Все, бархатный сезон. Да, сейчас осенью оттуда все уехали, а мы только туда. Да. Так, черепаху берем. Да, это будет тот пассажир будет в черепахе. Так, кладе. Что еще? Возьми вот ту кепку, вон ту ремонтную. А, черную? Нет, вон как? Левее. А, вот ремонтную, эту? Да. Можешь, нет, сразу я поеду. Одень сразу туда, чтобы так. Не надуло тебе уши. А, ну и кроссовки возьмем. Бери, давай, тебя. По пляжу буду ходить. Во! Все? Все. А, бляха, а где ж ты сидеть будешь? Как где? Во. Здесь. Во! А ты здесь? Не, подожди, брат. Тут я бабу посажу. А. Задом наперед. Ну и к чему вообще разговор? Как к чему? Ты на велосипеде поедешь. Разговор к тому, что на этом мопеде вообще ничего возить не надо. Вообще. Даже инструмент в нем не нужен. Абсолютно. Потому что в нем нечему сломаться. Ну что, поехали. Браток, подожди. У нас же кофр-то быстросъемный. Ага. Давай-ка сымем его. О, ставь сюда. Все. Ты поедешь здесь. Давай нахрен, мало ли где по полю. Давай. Фильтр с собой, нулевик. Да, новый, нулевик. Вот, можно поставить. О! Нулевичок. Слышишь, давай тогда на дорожку сядем, да споем что-нибудь. Да, давай. А что делать? Для наших зрителей. Мы сейчас уезжаем. Да, потом для зрителей. Тогда мы будем петь. Да. Мало сейчас ли что. Споем. Может, по нам там петь начнут потом. Ну да. Ну все, все взяли. Так, да. Давай тогда что, переодеваемся и турим. Да. Ну, споем сначала. Ну да. Все. Блин, огнетушитель забыли. Ну вон, и потом вместе с Керхером возьмем. Вот он, огнетушитель у меня есть. И там на сарае висит какой-то есть. Маску можно сварочную, мало ли что оторвется. Коврик вот лежать на пляже. Ну все. Едем. Да, все, давай. Все, всем спасибо, всем пока. А тут уж спать лег. Пусть спит в дороге. Ой, да. Ну, в дороге всегда спит. Блин, ему холодно тут будет. Братуха.